Это видео о том, сколько мне стоила поездка в Барселону в Испании. Для начала начнем с билетов на самолет с Москвы до Барселоны. Стоили они мне 38 тысяч рублей. Ужин при пересадке в Турции и завтрак стоили мне в 2,5 тысячи рублей. Отель у аэропорта в Турции стоил мне 13 тысяч рублей, и на данный момент он является самым дорогим в моей жизни. Отель в Испании на 3 дня стоил мне 29 тысяч рублей. Сим-карта Европы стоила мне 1200 рублей. Еда в супермаркетах Испании стоила мне 4 тысячи рублей. Еда в заведениях мне стоила в Испании 14,5 тысяч рублей. Итог за активности в Испании. Мы сходили на Барселон Камп Ноу, на концерт каталонской музыки, и билет в парк Гуэля стоили мне 12 600 рублей. Зеркальце для Любы подарок 400 рублей. Итог за транспорт общественный. Мы только на нем ездили 4 тысячи рублей. И в общей сумме 121 тысяча рублей за поездку.